Столичная полиция объявила войну новым наркотикам. Оперативники, бойцы СОБРа и сотрудники наркоконтроля проводят серию рейдов по точкам продажи курительных смесей. Главная проблема в том, что многие из них официально наркотиками не считаются. Как с этим пытаются бороться правоохранительные органы, узнал Евгений Зуев. Руки за голову ложи! Все, осмотрим, пошел! Торговали открыто и даже раздавали визитки прохожим. Курительные смеси, так называемый спайс, расходился по 500 рублей за пакетик. Наркодилеры хорошо освоили основы маркетинга. Если клиент покупал 3 дозы, то 4-ю получал в подарок. Тут стояли вот перед этими ларьками, значит, лица кавказской национальности. Значит, россияне, так называемые. К ним подходили, значит, да, люди. И, значит, они заметно передавали такие темные пакетики. И в основном все собирались за этими же самыми ларьками. То есть они там кучка собирались, и там, походу, там и хранили эти самые спайсы. Примерно в день так больше 10-15 человек. У интернациональной бригады продавцов было четкое разделение труда. Одни охраняли, а другие, в основном гастарбайтеры, сбывали наркотик. Были свои и среди местных. А я пришла, покушала, сюда как бы сидела, вот разговаривала. Дилеры вели себя уверенно, как будто знали, что у них найдутся покровители. Жаловались на беспредел и заявляли, что вообще ни при чем. Какой спайс? Я не знаю, ты о чем говоришь. Зачем ты мне спайс говоришь? Я там работаю, я туда приходил. Кем работаете там? Я там таксистом работаю. У таксистов нашли больше 10 пакетов спайса и пневматический пистолет. Документов почти у всех не было, но полицейские их уже хорошо знали. И ранее при проведении таких же мероприятий уже как бы лица эти попадались, как бы задерживались. Вот. Сейчас вот как бы произошло повторное их незадержание. Сейчас будем выяснять, почему, как бы, собственно говоря, это уже вошло в систему. Одна из причин – доказать вину задержанных непросто. В реестре запрещенных курительных смесей только около 50 наименований. А в продаже различных видов спайса значительно больше, и постоянно появляются новые. Однако, если вина продавцов все же будет доказана, им грозит до 6 лет тюрьмы. Евгений Зуев, Кирилл Макаров, Александр Голубев, ТВ-центр.